Симферопольские депутаты собрались на внеочередную сессию. Провели заседание по поручению главы республики. Рассматривали в основном имущественные вопросы. То, что было на балансе республики, передано теперь в безвозмездное пользование муниципалитетам. Основной вопрос коснулся лицензирования школ. По решению депутатского корпуса общеобразовательные учреждения закрепили свой статус. Поручение было, чтобы выполнить это все до 30 июня. Как бы мы провели сегодня сессию. Я думаю, что учебные заведения до 30-го получат лицензию и как бы будут готовы к принятию школьников с 1 сентября.